Приветствую всех на канале Сад Флоксов. Сегодняшнее видео у нас посвящено хостам. И видео это по просьбе подписчиков про вафельные и лежатые хосты. Мне самой очень нравятся хосты с такой текстурой листа. Ну, в принципе, мне и все другие тоже очень нравятся, но эти как бы у меня немножечко стоят таким вот отдельным, любимым, не то чтобы элементом, но нравятся они мне очень сильно. И вот я сначала, когда эта дама написала о том, они сделают ли видео о хостах с вафельными листьями, я так подумала, ну сколько там у меня их, вроде немного, о чем там видео делать на 5 минут. Вот. Ну потом вышла, начала по саду ходить, смотреть и поняла, что как-то вроде их больше. Вот, ну, насчитала 15. 15 тех, которые можно показать. Вот, есть еще некоторые, которые дорастающие, но о них я скажу тогда попозже, когда они подрастут, когда они уже станут красивые, и мне будет с большой радостью, я их вам покажу. Ну, тогда начинаем список, потому что из 15 хост это явно видео будет не на 10 минут. Начинаем. Это первая хоста, она называется Zones. И она у меня в списке первая не просто так, а она мне очень нравится. Посмотрите, она действительно очень-очень сильно сжатая. Она у меня появилась уже давно-давно, лет 15, наверное. И она мне очень-очень нравится и своей сжатостью, и своим цветом. Вот таким, что вот он золотисто-зеленоватый. Высота у нее 55-60. А скорость роста средняя, такая чуть-чуть медленная. Золотистые листья. Все полностью покрытые вот такой вот сжатостью. И сами по себе листья плотные. Это вторая хоста. Называется Sunshine Glory. Среднекрупного размера. Высота 50-60. Ширина может достигать метра, даже более. Толстые, сердцевидные, гофрированные желтые листья с белым краем. Очень мне эта хоста нравится. Прям вот всем советую. Она очень-очень красивая. Эта хоста называется Laser and Lace. Некрупная голубая хоста, имеет кремово-белую достаточно широкую окантовку. Листья очень морщинистые и сжатые, по форме вытянутый треугольник с волнистым краем. То есть вообще она нестандартной формы для сжатых хост. Мы обычно привыкли, что сжатые хосты это такие чашечки, а это, видите, такой треугольничек вытянутый. А мне кажется, в прошлом году сжатость была более интенсивная, более такая выраженная. Сейчас немножечко меньше, чем в прошлом году. Это хоста Rainforest Sunrise. Мне кажется, она уже растет в каждом саду, настолько она хороша. Высота 35-40, ширина 70. Очаровательная яркая хоста с круглыми ярко-желтыми листьями с изумрудной каймой. Я как раз говорила о том, что чаще всего встречаются сжатые хосты именно вот с такой формой листа чашечкой. Это хоста Big Daddy. Обычно мы показываем другой наш экземпляр, но в этот раз нам хочется показать именно эту. Настолько она здесь вот в тенечке хороша. Прям темно-синего цвета, насыщенного очень. Смотрите, какая классная у нее вафельность. Высота 60, ширина до 120 сантиметров. Это, конкретно этот экземпляр Big Daddy, был получен у нас от хосты IHS Trail, когда та дала реверс. Мы этот реверс отсадили, начали выращивать. И вдруг в какой-то момент в этом реверсе она дала обратный реверс в сторону Ice Age Trail. И вот, пожалуйста, одна деленочка у нас снова такая пестренькая страйк окраски. Ну, мы ее потом отделим. Ну, а так у нас остается эта замечательная Big Daddy. А в этом уголке у меня сразу три хосты с вафельной фактурой. Вот они, красавицы. Leopin Lizard, Black Hills и Brazza Stefan. Сейчас конкретно про каждую расскажу. Ну, начну уже с Brazza Stefan, раз на ней закончили. Высота 65, ширина 90. Листья округлые, толстые, чешевидные, сжатые, золотистые, с широкой каймой. Различных оттенков зеленого цвета. Очень красивая, все очень эту хосту любят. Следующая хоста Black Hills. Тоже очень ее люблю. Сидит она у меня уже давным-давно, уже 100 раз поделенная. Темно-зеленая, интенсивно сжатая, немножечко блестящая, не сильно, немножечко. Высота 50, ширина 90. Очень-очень хорошая, красивая, подходит, мне кажется, для любого сада. Ее сжатость прям изумительная.
Ну и последняя вот эта Леопин Лизард, которая сидит в начале. Высота у нее 40, ширина 60-70. У нее относительно блестящие, такие насыщенные зеленого цвета, сжатые, очень сильно сжатые листья. Они иногда настолько сжатые, что они даже сами себя рвут, когда распускаются. Вот здесь вот такая вот дырочка. Это не потому, что кто-то там что-то произошло, а потому что вот он, когда распускался, эта сжатость, она не давала ему нормально распускаться. Вот и такое произошло. Такое, кстати, иногда бывает у хост с толстыми сжатыми листьями. Следующий хост, многим полюбившаяся, Lakeside Prophecy Fulfilled. Размер средне-крупный, высота 45, ширина 75. Хост имеет сильно сжатые зеленые листья с желтой нерегулярной каймой по краю листа. Очень хороша, в общем-то, все выдерживает. И солнце все-таки не самое такое утреннее, вечернее. А так уж очень она хороша и красива. А это хоста Lakeside Prophecy. Мне уже много раз написали о том, что Анна, ну как же так, у вас есть Prophecy Fulfilled и нету Prophecy. Ну вот я что-то вот никак вот не созревала на ее покупку. Мне она казалась просто зеленая, чего ее покупать. Ну вот все-таки купила вот в этом году. Посмотрите, вот такой вот у меня классный экземплярчик. Дорогой. И обратите, пожалуйста, внимание, что она, ну так, относительно сжатая, это вообще практически и не видно. Мы когда сюда пришли, муж говорит, а что ее вообще снимать? Она вообще никакого отношения к вафельным хостам не имеет. Вот, но я хочу показать, что когда растение молодое, оно вот как раз вот такое, вряд ли оно будет прямо сразу с сжатостью. Это вот хоста Zones может сразу быть сжатостью, а вот это вот, вот оказывается она такая. Но я вам ее годика через два покажу, когда она уже нарастет, станет такой уже хорошей, полной, покажет себя во всей красе. А тем временем к нам подбирался дождь. Возможно. Но это не точно. Эта хоста называется Celtic Uplands. Размер средний, высота 45 сантиметров, ширина 70-80. Она зеленая. Темно-зеленая, насыщенного такого цвета, блестящие листья и сжатая фактура. Очень красивый хост, очень она мне нравится. Она у меня тоже достаточно давно, у нее немножечко темноватые ножки. Не прям вот такие супер контрастные, но все же какая-то интересность в них тоже имеется. Это хоста Eyecatcher, мы уже ее много раз показывали. Вот в прошлом году сделали очень-очень много от нее зеленочек. Видите, она уже немножечко такая маленькая осталась. Но несмотря ни на что, у нее очень красивые, яркие, золотистые листочки с вафельной, абсолютно понятной структурой. Листочки плотненькие, а размер куста примерно 30-35 сантиметров в высоту, 60-70 в ширину. Следующая хоста Great Expectations. Размер средне-большой, высота 70 сантиметров, ширина 130. Знаменитый старый, очень красивый сорт, пользующийся неизменной популярностью. Сердцевидные формы лист, сливочно-кремовый, окаймленный сразу двумя цветами. Светло-зеленым по контуру центральной части, а по краю листа такой голубовато-зеленоватый. Очень симпатичный. А пока мы тут мимо проходили, я вспомнила, что вот еще же Captain's Adventure тоже, она имеет сжатую такую вафельную структуру листьев. В этом году, как и в прошлом, она показывает свое истинное лицо, свою характеристику. Вот такие вот у нее листья, как ложки, красивые, интересные и явно совершенно показана такая сжатость на каждом листочке. Сидит она в полутени, вот такая вот интересненькая, нестандартная. Эта хоста называется Lakeside Dimplet Darling. Высота у нее небольшая, 20 примерно сантиметров в высоту, 40-50 в ширину. Небольшая хоста ярко-зеленого цвета с чёсткой такой бело-кремоватой каймой. Уникальной характеристикой является сильная сжатость на каждом листочке. Видите, ведь не только крупные хосты бывают такими сжатыми, но и вот такие малышни тоже могут быть сжатые, прекрасные. И последняя хоста в нашем списке – немножко зажатая со всех сторон хоста Christmas Tree. Размер средний-большой, высота 50, ширина 90. Листья достаточно крупные, округлые, очень плотные, сильно сжатые. Центр средне-зеленый,
кайма неравномерная. Сначала желтоватая, потом беловатая, кремоватая. Немножко ее тут задавили, поскольку Christmas Tree уже такой старенький сорт. В общем-то, он давно очень у нас в саду. Не сидит на парадном месте, сидит немножечко так в заточении. Поэтому немножечко подзажать. Но расставаться я с ним тоже не хочу, потому что он мне очень нравится. Ну вот, наш обзор подошел к концу. А тем временем у нас, по-моему, скоро все-таки пойдет долгожданный дождь. Но это не точно. А что я хотела подытожить? Что все эти хосты красивые, с сжатыми листьями, но я, как показала и рассказала, они все бывают разного размера. То есть раньше, например, у меня было убеждение, что если хосты с сжатыми флафельными листьями, это значит, что она обязательно должна быть крупная. Ну, там, 50 сантиметров в высоту, там, такая здоровая, в ширину метр. Вот, но чем дальше я узнавала разные сорта хост, тем больше у меня было понимание того, что они могут и с удлиненными листьями быть, и с маленькими листочками быть, и вообще такие маленькие крохи. Поэтому все очень вариабельно и интересно. Так что будем все изучать дальше и рассказывать вам. А к вам у меня просьба такая, у кого растут какие-либо другие хосты, которых я в обзоре не показала, может быть, у меня их нету, или может быть, пока они такие еще и показывать нечего. Я с удовольствием, мне будет интересно почитать, что вы напишете, сорта каких хост у вас имеются тоже с сжатыми листьями. Так что всех благодарю, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.